Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем программу павильона «История Отечества» Российского исторического общества. И следующая наша встреча, следующая наша презентация, она будет у нас с дистанционным подключением. У нас в гостях сейчас наши гости из Чехии. Писатель и общественный деятель Ярослав Гайдер и генеральный консул России в Брно Александр Александрович Палачев. Сегодня представляется очень интересный, очень значимый проект, который делает Гайдер. Это книги памяти, посвященные советским воинам, участникам освобождения Чехии от нацизма. Это книги памяти, посвященные также партизанам, узникам нацистских концлагерей и участникам сопротивления нацистской Германии. Надо сказать, что книги памяти за последние годы стали в Российской Федерации выходить во многих наших регионах. Это очень большая и трудоемкая, кропотливая работа, которую ведут и при участии государства, и общественные организации, и отдельные энтузиасты. Для Российского исторического общества поддержка этих инициатив является одной из приоритетных задач. И вот тот пример изданий, которые сделаны были в Чехии, думаю, что может служить одним из таких лучших образцов подхода к этой тематике. Прежде всего, прежде чем предоставить слово автору, я скажу, что был очень рад познакомиться, с большим интересом познакомился с этим изданием, изданием двуязычным, прекрасно подготовленным, прекрасно оформленным, и видно, какой большой труд, сколько любви, сколько усилий автор потратил на подготовку первого тома своего исследования, и мы искренне надеемся, что это получит свое дальнейшее развитие, и автору удастся реализовать задуманное им, насколько я помню, там еще готовится несколько подобных выходов. Я с большим удовольствием передаю слово нашим гостям из Чехии. Кто первый возьмет слово? Александр Александрович, вы первый выступите, да? Хорошо, тогда передаю слово. Мы связь проверили, все должно быть хорошо слышно. И не только посетители нашего фестиваля смогут услышать выступление, но и многочисленные гости в сети интернет. Спасибо. Добрый день, уважаемый Руслан Григорьевич. Приветствуем организаторов и, конечно же, гостей книжного фестиваля «Красная площадь» из Генерального консульства России в Брно. И сегодня здесь у нас автор многочисленных книг, чешский писатель Ярослав Гайдер. Он хорошо известен своими путеводителями по замкам и другим достопримечательностям Чехии. Но сегодняшняя наша встреча посвящена его другому проекту, который мы как консульство и как представитель Российской Федерации стараемся всячески поддерживать, потому что он связан с памятью, как вы правильно сказали, о павших в Великой Отечественной войне. Но я думаю, что лучше всего, если о проекте расскажет сам уважаемый господин Гайдер. Прошу вас. Drazí přátelé, potomci hrdinů Rudé armády, naši osvoboditelé. Дорогие друзья, потомки героев Красной армии, наши освободительницы. Меня Ярослав Гайдер, а похожим с Опавы. Меня зовут Ярослав Гайдер, я являюсь уроженцем города Опава. Там сомся народил. Я там родился. А там живу дома. И там я проживаю по сегодняшний день. В květnu 1945 skončil doposud největší konflikt v dějinách lidstva, druhá světová válka. В мае 1945 года закончился самый ужасный конфликт в истории человечества, Вторая мировая война. Celý svět se spojil
aby z těla lidství vyřízl smrtelnou infekci německého fašismu. Весь мир объединился для того, чтобы избавить человечество от смертельной заразы немецкого фашизма, возглавляемого Гитлером. Был то бой о прежитии, это была борьба за выживание, а наибольшие обети принесли народы и общины. Это была борьба за выживание, и величайшие жертвы были принесены народами и гражданами. Живите и боюйте под рудой вайпом тогдашнего Советского Союза. Жившими и сражавшимися под красным знаменем тогдашнего Советского Союза. Мислим, что в земле Русской Федерации нет ни родины. Я думаю, что сегодня в Российской Федерации нет семьи, которая бы не вспоминала на свои мертвые предки с этой войны. Которая не помнила бы своих предков, погибших на этой войне. Poslední boje v Evropě se odehrály na území tehdejšího Československa, kde zahynulo na 140 tisíc rudoarmějců. Poslední boje v Evropě rozvrnulись na teritorii Čechoslovakie, kde pogibla okolo 140 tisíc soldát Krásné armie. A nejtěžší boje na území dnešní České republiky proběhly v okolí měst Ostravy a Opavy, kde zahynulo přibližně 22 tisíc vojáků Rudé armády. Самые тяжелые бои на территории сегодняшней Чешской Республики развернулись в окрестностях городов Острава и Опава, где погибло около 22 тысяч красноармейцев. Опава имела быть последней певностью тогдашней Третьей Риши, которая была нацистами приправована к обороне. Опава должна была стать последней крепостью Третьего Рейха, поэтому нацисты также готовили ее к обороне. 4 дни тривали бои, которые принесли Опаве свободу. 4 дня шли бои, которые принесли Опаве свободу. Витязство всяк было сразу выкуплено. Однако победа была добыта дорогой ценой. Несчетные прозатимные гроби советских вояков, рассветые по всей Опаве, припоминали общанам вечные принесенные обети. Бесчисленные временные могилы советских солдат по всей Опаве напоминали горожанам о принесенных жертвах. И между нашими вояками были мертвы и ранены. И среди наших солдат были убиты и ранены. Так как у нас в битовых залах русских мест спи вечный сон наши вояки. Как когда-то наши воины обрели вечный покой на кладбищах многих городов России. Так и на Опавском битове гроби русских вояков со свидетельством братовской помощи. Так и русские воины на кладбищах города Опава являются свидетельством братской помощи. Мы вспоминаем этих героев. Падли, аби зничена Опава могла быть снова нашим местом, аби в их здех се могло разлагать дух чешской речи. Они пали, чтобы измученная Опава снова стала нашим городом, чтобы в ее стенах была слышна чешская речь. Измученное место чекало долгих 7 лет, než на его въезде заплали чешско-словенские прапори. Город известного чешского поэта Петра Безруча ждал долгих 7 лет, прежде чем чехословацкие флаги вновь стали развиваться на его башнях. Было одним из первых славянских мест, которое было освобождено витязной рудой армадой за учение помощи первой чешско-словенской самостоятельной танковой бригады, которая была сформирована в советском месте Бужинку. Это был один из первых силезских городов, освобожденных победоносной Красной армией, при эффективном содействии 1-й чехословацкой отдельной танковой бригады, сформированной в советском городе Бузулук. Обровскому множеству объекти отповедал также множество памятников и помнику, которые вечные общане ставили на память падлих вояков Рудой армады, которые умирали тысячи километров от своих милованных, аби мы тады днес могли в криду и миру дале жить. Огромное количество жертв также соответствует количеству мемориалов, которые благодарные граждане воздвигли в память о павших воинах Красной Армии, погибших за тысячи километров от своих близких, чтобы мы могли продолжать жить здесь в тишине и покое сегодня. И дики тем-то обетам все могут прожить счастливое детство со своими родичами. Благодаря этим жертвам у меня было счастливое детство с моими родителями. Знаешь, не жии, ходим печевать о их гроб, который ты находишь в соседстве, погребища и могили падлих вояков Рудой армады. Сегодня их уже нет живых,
И я хожу ухаживать за их могилой, которая находится рядом с захоронением павших красноармейцев. При навштевах гробу своих родичей я часто видел малые родины, которые на позовище советских вояков приели гледать место отпочинку своих прапчетку, а заровен поклониться ей в памятце. Посещая могилу родителей, я видел молодые семьи, которые приезжали на могилы советских солдат искать места упокоения своих предков и одновременно отдать дань уважения их памяти. Уведомил себе, что потомки этих вояков мои быть на что горди. Я понял, что потомкам этих солдат есть чем гордиться. А ныне довольте, аби вам показал две фотографии. А сейчас я попросил бы продемонстрировать две фотографии. С центрального кладбища вояков Рудой армады на местной сбитовой в Опаве. С центрального кладбища Красной армии в городе Опава. Позади видите центральный могилу, а передний. На заднем плане вы видите центральный монумент, а перед ней. А передний нагробный дески со именами павших вояков Рудой армады. А перед ними вы видите памятные доски с именами павших солдат Красной армии. Продемонстрируйте, пожалуйста, вторую фотографию. На второй фотографии видите новые инсталлованные дески, на которых есть имена павших вояков Рудой армады. На новых установленных памятных досках вы видите имена павших солдат Красной армии. Спасибо за демонстрацию. Převážnou část svého pracovního života jsem se věnoval svému koníčku, a to knihám, které jsem nejen jako nakladatel vydával, ale také autorsky tvořil. Большую часть своей трудовой жизни я посвятил своему хобби – книгам, которые я не только издавал как издатель, но и создавал как автор. До této doby jsem psal a vydával knihy s tematikou o hradech, zámcích, tvrzích a dalších turistických zajímavostech. До сих пор я писал и публиковал книги о замках, градах, крепостях и других туристических достопримечательностях. А далее книги моих приятелей, например, памяти моего камарада, významного českého лекаря, эндокринолога, пана профессора, доктора Райко Долечка. А также издавал книги моих друзей, к примеру, память о моем друге, известном чешском докторе-эндокринологе, профессоре Райко Долечке. Назвал «Сага чешского лекаря по 92 лете». Сага о чешских врачах после 92 лет. Который был, мимо иное, таке, как один из ветеранов Другой световой války, притомен на 70-м výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce в Москве. Он был военным ветераном, который принял участие в параде в Москве по случаю 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. И это его фотография. Это он. No a potom ve mně vznikla potřeba rozšířit můj vydavatelský záměr a dát dohromady knižní svědectví toho, že lidé nezapomněli na ty, kteří jim za cenu svých životů přinesli mír a naději na šťastný život. A zatím u mě vznikla potřebnost rozšířit své vydavatelské zámysly a sebrat vojedino v knize svědectví o tom, že lidé nezapomněli těch, кто принес им мир и надежду на счастливую жизнь ценой своей жизни. Конкретно я по 2 летам работы выдал первый дел, а к выданию ныне приправляю второй дел с книжного цикла, который я назвал «Незапомнеме валечные гроби и пиетные места Другой световой války». В частности, за 2 года работы я выпустил первый том и готовлю к изданию второй том серии книг, которая называется «Мы не забудем. Военные захоронения и мемориалы Второй мировой войны». С оглядом на множество падлих и их памятнику будет целая серия цикла «Незапомнеме» разоржена до 5 самостоятельных дел. Ввиду количества павших и их мемориалов, вся серия цикла «Мы не забудем» будет разделена на 5 отдельных частей. Каждый помнит гроб в том книжном цикле представляет příběh гордину války, которые не вагали положить свой живот за свободу от нацистического уплаты. Каждый памятник и захоронение в этом книжном цикле представляет собой историю о героях войны, которые не колеблись, отдали свои жизни за свободу от нацистского гнета. Это příběhy вояков Рудой армады,
rumunské armády, ve svazku rudé armády, československé armády, českých, sovětských, polských a dalších odbojářů, jejichž oběti je nutno si stále připomínat. Это история солдат Красной армии, союзной румынской армии, чехословацкой армии, чешских, советских, польских и других бойцов сопротивления. Это история о жертвах, которых нужно всегда помнить. В непоследней жаде это příběhy невинных обетей války с жад цивилистов и občanů židovské народности, умученных в нацистических вязницах и концентрационных таборах. Не в последнюю очередь. Это история о невинных жертвах войны среди гражданского населения и жителей еврейской национальности, подвергшихся пыткам в нацистских тюрьмах и концентрационных лагерях. Целый книжный цикл, не запомним, будет узнан именем сознанием всех знаменитых падших. Весь цикл книг «Мы не забудем» завершится списком имен всех известных павших. Если мне это здравие и силы умножит, планую, что последний дел выдам к 80-му выручи освобождения Československа рудой армадой и поражения немецкого нацизма. Если мое здоровье и силы позволят, я планирую издать последнюю часть, посвященную 80-летию освобождения Чехословакии, Красной армии и разгрома немецкого нацизма. Мне бы си вам доволен указать первый дел в циклу «Не запомнено». Сейчас я вам продемонстрирую первый том серии «Мы не забудем». На задней стороне закончен мотом «Земжели, абихом жили». На обложке которого мы видим надпись «Они погибли, чтобы жили мы». А здесь овалка второго дела, который бы мог быть в зале этого года. А это обложка второго тома, который должен выйти в сентябре этого года. На фотографии видите народный памятник Плоштина. На обложке вы видите национальный памятник Плоштина, который был выставлен на память Плоштинской трагедии. Который был установлен в память о трагедии в Плоштине. Význam těchto publikací vidím především v tom, že v současné době dospívá generace, pro kterou jsou události druhé světové války příliš historicky vzdálené. Я вижу важность этих публикаций главным образом в том, что сейчас взрослеет поколение, для которого события Второй мировой войны слишком исторически далеки. Neznají z vyprávění svých rodičů a ani prarodičů. Они не знают ее по рассказам своих родителей, бабушек и дедушек. Právě této a následujícím generacím je nutné touto formou připomínat, že bez této části historie, hrdinství a oběti rudé armády by neexistovali a nežili. Я завершу именно поэтому последующим поколениям необходимо напомнить в такой форме, что без этой части истории, героизма и жертв Красной армии они не существовали бы и не жили мы. Завершим представление книжного цикла «Не запомнем» бих вельми рад подяковал сполупраці с працовники Генерального консулата Русской Федерации в Брне. В завершении презентации серии книг я хотел бы поблагодарить за сотрудничество дипломатов Генерального консульства Российской Федерации в Брно. Vedeným předešlým i současným generálním konzulem Ruské federace v České republice pánům Alexandru Budajevovi a Alexandru Kalačevovi. Во главе с предыдущим и действующими генеральными консулами Александром Будаевым и Александром Калачевым. Консулу пану Терентьевови. Консулу господину Терентьеву. А далее пану Аташе Акаемови и Индиченкови. А также атташе Георгию Акаемову и Артему Индиченко. В непоследней жаде ведение места обци на Моравье. И в непоследнюю очередь руководству городов и муниципалитетов Моравии. Нас слышно, видно? Давно включилось? Мы вас не слышим, к сожалению.
У нас все в порядке. Да? Ну, у нас по миру данные, пожалуйста, здесь есть. Соединение есть, я вижу, что он говорит, тогда просто. Да, отстранил, когда он у вас выключен. Он говорит, ей написал, она молчит. Большую часть не впадает. Вы нас слышите? Сейчас слышно нас? Да, слышим, а вы нас? Продолжайте, пожалуйста. Na starosti peči o pietní místa a válečné hroby druhé světové války na území moravských krajů. A takže já chtěl bych poblagodarit mě v poslední očeť rukovodstvo городов i municipalitetov Moravie, работников, отвечающих за уход за мемориалами и военными захороненнями времен Второй мировой войны во всех краях Моравии. Paní docence Tamaře Galinině, místopředsedkyni Ruského domu. Доценту Тамаре Галынине, заместителя председателя Островского русского дома. Пану доктору Карлу Шестакову, председателю местной рады Ческо-русской сообщности в Островии. Поблагодарить господина Карла Шестака, председателя городского совета Ческо-русского общества в Острове. Пану инженеру Михалу Штепанкову, еднатари и ведителю тискарной графиков в Опаве. Михалу Штепанку, директора типографии и графика в городе Опава. Paní magistře Kamile Polákové, vedoucí Národního památníku druhé světové války v Rabini. Takže poblagodarit Kamilu Polákovou, rukovoditele Nacionálního pamětníku druhé mirové vojny v городе v Grabině. Panu magistru Igoru Jelinkovi, tajemníku oddělení rusistiky, katedry slavistiky při Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Игоря Елинка, секретаря отделения русских исследований филологического факультета Островского университета. Пану Мартину Файкусову, который провел графическую управу книги. Господину Мартину Файкусу, который провел графическую редакцию книги. Překladatelům текстов из českого до русского языка, паним и пан магистре Ауди Айбенове, магистре Виктории Патцо, магистре Ане Стухликове,
bakalářce Kateřině Cilostrové, inženýrce Sulamy Všímové a magistru Vítězslavu Dylínkovi, bez jejich pomoci by nebylo možné knihu vydat. A takže chtěl bych poblagodarit переводчиков текста z českého jazyka na ruský jazyk, госпожа Ибенова, господин Пацо, госпожа Стухликова, госпожа Силестрова, госпожа Шимова, господин Велимок, без чьей помощи невозможно было бы издать эту книгу. Дякую вам за позорность, а я несмирно почтен, что мне было умозрено выступить на вашем книжном фестивале, который се одыгрывал на Рудном наместе в Москве. Спасибо вам большое, и для меня была честь выступить на вашем книжном фестивале, который проходит на Красной площади в городе Москва. У нас сигнал есть. Все в порядке. Повикло запрещено. Но оно было не с нашей стороны. Я хотел бы спросить, ввиду того, что книги на двух языках, как вы считаете, мог бы быть какой-то интерес у российских книгопродавцов? Я думаю, что это вполне возможно. Ярослава, сложностей, возникших по всей видимости с чешской стороны, у нас не получается задать вопросы непосредственно Ярославу. Мы вас слышим, но не видим. Вы нас слышите сейчас? Да, отлично слышим, но не видим. Нет, не слышу. Слышим? Кто-то отвалился просто компьютер от интернета, очень далеко роутер. Вот сюда можно сесть, здесь, наверное, попробовать говорить. Да? А нас не видно, единственное, попробуйте сюда говорить. Слышно ли меня сейчас? Да, слышно. К сожалению, нам придется закончить наше мероприятие, не удается восстановить связь. Рады будем видеть вас на нашем стенде сегодня и завтра. У нас достаточно насыщенная программа. Благодарю всех пришедших за внимание.